актуальное поколение BMW 7 серии, представили почти 2 года назад. За это время флагманская модель разлетелась огромным тиражом по всему миру. Однако стоит отметить, что даже за это время не все смогли привыкнуть к дизайну передней части автомобиля. Поэтому мы решили представить, как выглядел бы седан после рестайлинга, если бы его выполнили в стилистике концепт-кара Vision Neue Klasse. По словам производителя, данный концепт демонстрирует новое направление фирменного стиля бренда. А это значит, что все новые модели будут выполнены примерно в таком же стиле. И не исключено, что это не коснется 7 серии. Как мы видим, наиболее интересным элементом дизайна является передняя часть, которая будет выполнена в духе вышеупомянутого концепта. Вполне возможно, что дизайн и графика задних фонарей также будут пересекаться с ним, но в остальном же новинка останется похожей на нынешнее исполнение. По технической части и салону, скорее всего, больших перемен не произойдет. Но это все мы узнаем ближе к официальной премьере, которая состоится примерно через 2 года. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!